Проходит уже третий год. Если вы подниметесь на второй, третий этаж, вы поймете, насколько талантливые представляют художники там работы свои. Более того, все это разбавлено перформансом. Если вы видите здесь такая очень интересная публика, и перформанс вы видели Бартенев, можно ничего не говорить. Забыла первого юношу, как зовут, но он очень талантливый, он выступал вначале. Это просто интересно, позитивно, мне нравится. И мне нравится то, что в Москве, в музее Зураба в Тсереттели, никто не говорит о политике, а все радуются и улыбаются. Чем он тебе запомнился? Что такое Wi-Fi даже. Wi-Fi? Я знаю, что такое интернет-соединение для провода, что как расшифровывается Wi и Fi. Wi? Мне кажется, если спросить у каждого человека, Тебя тут нас отсиняют. Да. Подожди, пока они виски примут. Смотри, это конкурс йо-йо. Девушки, здравствуйте. А что это за крокодил, вы не знаете? Крокодил из каких-то штук. Из каких-то штук? А кто делал? Наверное, Андрей, как обычно, что-нибудь такое. Работать у нас 6-го года такой кибер-человек в таких очках, в синем. Вы нас заметили по стилю, она 90-х годов. Еще одну работу я так и не нашел, хотя она тоже должна была быть присутствовать. Пока не нашел. Вообще, мне очень понравился зал, где представлена была девушка из акроаэробики, да? Да. Вот этот зал мне из кожи, да, все сделанные головы и все такое. Латекс? Да, из латекса. Из латекса. Вот этот зал мне очень понравился. Мне кажется, просто вот эта эстетика сейчас актуальна. Такая начало 90-х, оно как-то вставляет. То есть у нас как бы такой нью-ретро получается. Я фотограф, я снимала вот эти фотографии и Саши Фроловой. А Саша Фролова делала вот эти латексные скульптуры. А почему латексные? Это ее такой фетишник, и она делает из латекса костюмы и скульптуры. Я думал, подборка будет только исключительно последняя, а оказалось, что здесь такая сборная солянка такая за многие, за многие годы. Веки. За десяток лет уже, поэтому интересно смотреть. Много имен. Много имен.